постепенно набирают обороты и сфера авиаперевозок. Авиакомпания S7 с 11 июля начала впервые выполнять регулярные рейсы из Москвы в Махачкалу. Побережье Каспийского моря стало альтернативой зарубежным курортам, а по жарким и солнечным дням Дагестан вполне может сравниться с отдыхом за рубежом. Первый рейс уже приземлился в аэропорту Махачкалы и был торжественно встречен. Маршрут будут обслуживать комфортабельные лайнеры «Аэробус А320». Перелеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus A320. Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам из Махачкалы было удобно планировать свое путешествие далее по России, используя широкую маршрутную сеть из Seven Airlines с пересадкой в Домодедово.